Вовремя не убранный снег с крыши одного из домов Салехарда стал причиной гибели пожилой женщины. Трагедия случилась 1 апреля на одной из центральных улиц города. С крыши жилого дома прямо на тротуар, где в этот момент находились люди, сошел снег. К месту происшествия немедленно выехала бригада скорой помощи и спасатели. Однако помочь пострадавшей ни медики, ни спасатели уже не смогли. Травмы, которые получила женщина, оказались смертельными.